Історія est магістра вітає. Вітай. Вітай. Так. Да. Sorry? Подлежащее нужно. Подлежащее. Ну, я предполагаю, что оно находится до глагола быть. Значит, история есть магистр, наставница, учительница. Да. Значит, учительница жизни. Да, история есть учительница, можно сказать, жизни, да. А генитив и датив, они вообще полностью одинаковые, да, без каких-либо разниц в долготах и прочее? Не отличаются, да, еще есть, видите, номинатив плюралиса есть, который тоже так же выглядит. Скиентия, потентия, эст. Угу. Знание есть... Знание жизни есть могущество. А тут жизни нету, просто... Авиам... А... А, все, все, все. А, знание пути, да? Все, я понял. Не, подождите, подождите. А, я не тот, не туда посмотрел. Все. А. Скиентия, потенция, все, я понял. Ага. Знание есть могущество. Я посмотрел одновременно и на вторую, и на четвертую, извините. Да, знание сила, да. Я понял, понял. Знание сила, смотрите, как и в греческом языке, вот такого рода конструкции, когда что-то равно чему-то. Что-то есть что-то, да? Обе части конструкции находятся в номинативе. Искиентия и потентия, они оба слова в номинативе. In cor latera, naturam scientis superant. Угу. Superant, да, я кратко. Не. Нет, на последний слог не может быть, значит, superant. Да, да, да. Значит, инкола – это жители, терра – это земли. Да. Натура, природу. Как упадет? Секунду. Акузатив. Акузатив, да. Да, да, акузатив. Акузатив. А, супер. Вот суперант это превосходит, и я немножко не очень понимаю, что происходит во всем предложении, потому что жители Земли, видимо, природу... Ученостью, что ли, превосходит? А, смотрите, да, да, почти правильно. Смотрите, обитатели, жители Земли, они преодолевают, превосходят, да? Кого в аккузативе? Где у нас аккузатив? Чего? Окончание ам натурам. Да, чем? Скиентис, да? Это какой падеж, какое число? Смотрите. Число множественное, а падеж, ну, по схеме датив или аблатив, но, по-моему, это аблатив. Аблатив чем, да. Угу. А, с, ну, знаниями, науками. Схоло виам скинтиарум монстрат. Школа... Глагол, да, школа это... Школа, да, это она... подлежащее. Подлежащее. Давайте сказуемо сразу найдем. Сцентиарум. Не, глагол уже. А, монстрат. Монстрат. Монстр, да, монстр. А что такое, что значит глагол? Монстр, монстраве, монстрату, монстраве. Ну, это единственное число, третье лицо. Правильно, да. А что значит глагол? Это показывает. А, ну, показывает знание. Показывает. Дальше надо найти аккузатив, да? Да. Показывает что? Знание, да? Сентиарум. Не, кому? Не, не. А, аккузатив... Так, кому? Виам, ну, видимо, нам. Нет, виа – это дорога, как по-итальянски. А показывает дорогу знаний. А скинтиарум какой-то падеж? Кого, чего, родителя, видимо? Да, какое число? Множественное.
Школа показывает дорогу знаний. А, знаний, да? Все-все. Да. Да-да-да, спасибо, да. Угу. А, ну, дальше знаменитая Анна Шашкова, пожалуйста. Non scole, sed vitae discimus. Vitae. Vitae discimus. Vitae. Vitae discimus. Vitae discimus, да. Давайте подход начнем. Мы учимся. Мы учимся, discimus, да. Не школы или не в школе, но в жизни. Ну, не для школы, но для жизни. А, для. Угу. Это mm-hmm. потому что генитив, да, мы понимаем. Почему генитив? Какого? Это не генитив? Нет, тут нет генитива. А вот это сколы и... Ну, а хорошо, а если это генитив, то как это перевести тогда? Непонятно. А, то есть это номинатив? Не, номинатив будет не так выглядеть. А, ну, множественное число? Нет, нет. А как перевод, как это переводится-то? Для чего? Датив. Датив, да. Да. Угу, не, да. Не для того, а для, да. А вот для этого, да, мы учимся. Инкулы инсуларум плерумква сунт наутай. Так получается, жители чего? Островов во множественном числе являются, ну, есть моряки. Плерумква, сейчас, секунду. Угу. По большей части. То есть большинство жителей островов моряки. Да, абсолютно верно. А можете на греческий перевести сходу? Так, Дайте граждане просто. Граждане, так, значит, по поли... Так, политес это один, да? Да, политес один, да. Политес один, сейчас я соображу. Очень сложно переключиться. Да-да. Значит, получается, политай. Так, я помню, что остров — это исключение женского... Да, женского рода, но... Генесус. Несус, да, Несус. Значит, политай чего? Островов. Несон? Том Несон, да. А политы то Несон, они есть AC. Сейчас. Ну, это, собственно, греческое слово наутай, да, вот это, что мы здесь видим. Наутес. Моряк наутес. Значит, наутай. А политай. Тоннесон, эйси, малиста, эйси, наутай. О, отлично. Да. Я только еще артикль добавил, да, ближайшим, да, хой. Хой, политый. Да-да, отлично, спасибо, да. In terra est vita, in luna non est. На Земле есть жизнь, на Луне нет. Да, на Луне жизни нет, да. Ага. Восьмое, да? Угу. Non solum in terra, sed etiam inaqua sunt bestiae. Bestiae. Угу. Смотрите, terra – земля, aqua – вода. Да. А bestia – это животное, это тхерио, греческое слово. Тхер, да, то есть sunt – это глагол «быть». А вот эти слова non solum sed etiam переводятся так: не только, но также и. Не только. Да, да. Но также и вода. Есть... Нет, in. Смотрите, у нас тут есть предлог еще in. В. В. Не только в земле, но и в воде есть животные. Так, по поводу in. Как и в восьмом, так и в седьмом in. Вообще, ин может быть не только саблативом, но в данном случае он саблативом. И означает местонахождение. Где? В земле. Не только в земле, но также в воде имеются, наличествуют, да, животные. Есть вопросы какие-то? Да, вопрос есть. Давайте. Что такое сед?
Said? Да. А, смотрите, said это но. Said. Алла греческая. Угу, понятно. А какое ударение в последнем слове? Бестиай. Бестиай. Mm-hmm. А, но ведь последний дифтонг? Или... Смотрите, это в греческом языке мы смотрим на последний. В латинском языке мы смотрим, смотрим на предпоследний. Понятно. Предпоследний, да, немножко отличается понятно. Система. Итиам, бестиай, бестиай, нет, бестиай, мемориам, хабен. Мемориам. Хабен. Так, секундочку. Сейчас я... Только что даже, получается, даже животные имеют память? Да, да, даже животные имеют память, да. Хабен, тут это окончание end, это окончание третьего лица множественного числа, глагола, это глагол. Bestie – это номинатив множественного числа. Bestie – животные имеют хабен. После глагола хабен, так же, как после глагола эхо в греческом языке, следует аккузатив. Мемориум. Видите, тут... Спасибо большое, да. Мемориум. Видите, там мы на конце, да, это аккузатив. А этим это в данном случае даже. Даже животные память имеют. Кай. Тхэрия. Кай, тхэрия. Получается, тхэрия. Меморий. Мнемон. 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 Эхей. Эхей, да, вот. Справились. Так, давай. Да-да-да, конечно, совсем не сложно. Haud semper erat fama. Не всегда ошибается молва. Да. Угу. Не всегда ошибается молва. Скажите, пожалуйста. Да-да. Значит, в чем разница между non и haud? Но он просто более универсальный отрицание. Не всегда ук ай был так ошибается не помню. Сейчас я ошибаюсь пока. Так. Не всегда ошибается. Можно взять, например, Настя, как глагол. Например, гамартану. Гамартану. Давайте мы с докса начнем. Ой, я подсказал случайно. Ну, вы знаете слово докс, конечно же, да? Молва будет докса. Докса – это не только слава, но это еще и репутация, мнение, слух какой-то. Да, мы ее ставим... в номинативе, да, докса. Да, артикль какой будет? Да, конечно, ближайший. Ге докса. Да, да. Ге докса, ук, ай, и ошибаться еще раз. Гамартану. Гамартану. Смотрите. Гамартаней. Да. Тут плохо, что много зияний. Смотрите, альфа, альфа, альфа. Здесь зияние, три зияния. Mm-hmm. Сейчас не будем думать, пускай так останется, да? Mm-hmm. Выглядит некрасиво, когда много зияний. Звучит некрасиво. Луна циркум терм эрат. Плохо слышно? Ну ладно, да, луна циркум, да, терм эрат. Эрат. Луна блуждает вокруг Земли. Да, луна блуждает. Не только, смотрите, эру это не только ошибаться, но и блуждать. Да. Вокруг чего? Да, вокруг Земли. Да, вот предлог с аккузативом, вот Земля тут в аккузативе. Сильва умбрам. Сильва умбрам райбет. Лес. Так, я... Лес, да, сильва. Глагол, да? Заставляет, дает. Заставляет, дает, да, обеспечивает. Ну. Хюле. Угу.
Как будет тень? Ския. Ския в акузативе? Киан. Да. Можно без этого, я думаю, обойтись. Без артикля, да? Паре? Дальше как? Парехей. Парехей, да. Угу. Победа приносит что? Глория, то есть славу кому? Войскам, многим. Да? Многим войскам. Сейчас. Угу. А, понятно, войскам. Я смотрела просто на первое значение. Обилие. Угу. Значит, получается Энике. Пареху, смотрите, лес заставляет тень, да, обеспечивает тень, дает тень. Угу. Так, угу. Победа, давайте парехи да. сразу пишем, да, парехи. Давайте, как? Да, парехи. Давайте, да, давайте, там слава, да, давайте славу, как будет слава в акузативе, да, славу. Славу, это будет в акузативе докс, сейчас, доксан. Доксан, да. Доксен, доксен. Угу. Угу. Так, а дальше можно взять слово какое-нибудь, там разные слова для войска. Полемос, это будет противник, да. Я помню, что начинается эстратия, да, можно взять? Эстратия, да. Тогда, значит, славу кому? Скорее всего, датив будет, да? Эстратия. Да, кому, да. Для кого? Угу. Угу. И будет альфа с подписной йотой в конце. То есть будет подписной йотой и ударение, да? Я смотрю на таблицу. Угу. Амат, Виктория, Курам. Амат? Не, Амат. Амат. Виктория, Курам. На последнее ударение не ставится почти никогда. Амат, Виктория, Курам, да. Давайте найдем подлежащее. Виктория? Да, Виктория, победа, да. Угу. Победа, вот Амат, я не нашла перевод. Амат, убить. Стерго. Понятно. Победа любви. Есть усердие? Не победа любви, это подлежащая победа. Давайте на греческий перейду. Смотрите, гнике, стергей, спуден, например, усердие, да? То есть подлежащее нике, Виктория, победа, любят. То есть да, я бы даже с артиклем сказал. Да, то есть г победа, да? Что она делает? Любит. Как будет любит? Стерго. Ну, это по-гречески, а по-русски, да? А. То есть, вот это и есть оно, да, видите? Третье лицо, единственное число. То есть, победа, любит. Дальше что он любит? Сердие это... Заботу, да, то есть, ну, заботу, усердие, в общем, подготовку, да, какую-то, может быть. Уби Виктория, уби Конкордия. Да. Уби и Иби, смотрите, уби это где? А Иби это там. Там где? Там, где победа, там и согласие. Победа, Виктория, там, Иби. Где? Уби. А, наоборот. Да. Угу. Наоборот, да. Угу. 16, да? Ага. Ира, Сепе, Сайпе, Кауза, Сайпе, Кауза, Юнири, Аэ, Эст. Ин Юрий Эст. Ин Юрия Эст, ага, спасибо. Uh-huh. Перевод примерно такой, что злость довольно часто причина... Вот чего причина? Раны, да? Нет. Я бы сказал, что все-таки скорее гнев, да? Да, лучше так сказать. Гнев часто причина, да, все правильно. Несправедливости.
А да, тоже литературно требуется, как и в предыдущем, да. Гнев, да. Гнев часто причина несправедливости. Акуила нон каптат мускас. Орел не ловит мух. Что делать с мухами? Не расслышал, извините. Не ловит. Не ловит. не ловит, да, правильно, да. Мне кажется, что не любит. Ну, не любит, наверное, тоже. Да. Не ловит. 18-е, давайте, Юля. Такент сатис лаудант. Такент сатис лаудант, да. Они молчат. Сатис достаточно. Достаточно хвалят. Молчание — знак одобрения, знак согласия, может быть. Это, по-моему, да. То ли, ну, не со сцены что-то такое, что, да, молчание, пусть не хлопают, пусть нет, пусть молчат. Да, да. Молчание есть одобрение. Так, хорошо. Кум тацент, кламант. Их молчание подобно крику. Тацент, да? Угу. Ладно, тацент. Их молчание... Когда они молчат, да, они тем самым они говорят. То есть их молчание говорящее. Ну да, это устойчивое выражение, их молчание подобно крику. Да, да. Угу. Давайте дальше. Начало списка. Да, никого не забыл? Яна тогда. Так. He queried, repaired. Quired. 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 Repaired. Так. Значит, кто... Угу. Сейчас мне надо найти этот глагол. Угу. Может быть, кто молчит? Ну, я могу... Не-не-не, это не молчит, это кто ищет? А. Искать, следовать. Как попов переводится? Тот на... Ну, кто ищет, тот находит. Тот находит, да. Да, ищу, нахожу, да, у него. Кто ищет, тот находит. Да. 21-е, Дмитрий. Tantum scimus quantum memoria tenemus. Tenemus. Tenemus, tenemus. Видите, там на втором от конца слоге поставлено долгота, да? Tenemus. Долгое гласное. Tenemus, да? Значит, мы не можем на треть от конца поставить. Мы не можем сказать tenemus. Tenemus, да? Угу. Так, а скио, это знаю, да? Знаю. Мы только знаем, сколько сколько мы держим памяти. Памятью, да. Мы знаем столько, сколько мы удерживаем в памяти, с помощью памяти, да. А какой падеж мемория? Сейчас. Смотрите, там, видите, над буквой А, да, стоит... Аблатив, да? Да, аблатив, это признак аблатива. То есть номинатив выглядит точно так же, только там на конце будет краткое А, а здесь долгое. С помощью памяти удерживаем. Да, давайте я. Патриам ностром амара это... Да, амара. Это дефендере дебемус. Дебемус, да. Надо начать с глагола в личной форме. В личной форме. Должны защищать и любить и защищать нашу родину. А кто должны? ДБМС какой? Мы, правильно, мы должны защищать нашу родину. Мы должны любить и защищать нашу родину. Абсолютно верно, да. Угу. Так, идем дальше. Фабулас поэтарум либентар легимус. Мы любим читать рассказы поэтов. А где любим? Тут нет. Так. Бендер. Вы не сочиняйте новые слова, понимаете, буквально легимус, да? Legimus. Читать. Читаем кого? Читаем аккузатив. Поэтов. Нет, фабулас, фабулас. Фабулас. Так, фабулас. Что у нас?
Фабула то же самое, что по-гречески мютхус. Мютхус. Сказочка, миф, повествование, сюжет. Ну, мифы поэтов. Ну, сказки какие-то, сказки, либо просто истории какие-то, да? Сюжеты поэтов. Лебентер это наречие. Как любим? Ой, то есть не как любим, извините, как мы читаем Лебентер? Охотно. Мы охотно читаем мифы поэтов. Да, сказки. Ну, мифы я, может, зря сказал. Мютхус – это не просто миф. Даже не в первую очередь. Мютхус, греческое слово, это вот какое-то повествование, в общем, да? Ну, скорее всего, не документальное. Серви патрии, либентер – это хонесты. Хонесты. Либентер – это хонесты. Вот тут сложно, потому что надо понять, что это за странная форма серви. Так. Может быть, это императив, как Ауди? Императив, конечно, императив, точно. Повелительное наклонение. Служи. Да, служи. Ага. Служи. Так. Это родина, да? Служи родине. Как? Охотно и честно. Абсолютно верно, да. Дальше Дарья, пожалуйста. 25-е. А про Патрия Ностра Фортитер Пугна. Сражайся за нашу родину храбро. Абсолютно верно, да. Марк, дальше, последнее, 26-е. Когито эрго сум. Мыслю, значит, существую.